пещеры стоит в печали, тихо плачет одна душа. А у гроба отвален камень, и исчезло тело Христа. Но вот ангел предстал перед нею, ты во гробе его не ищи. Он воскрес, ты иди поскорее, весть благую друзьям принести. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово — в нем спасение твоей души. Так прими же это слово и к Иисусу поспеши. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово — в нем спасение твоей души. Так прими же это слово и к Иисусу поспеши. Слава даю Творцу за такое спасение свыше. Люди, пойте хвалу Творцу. Он дарует любовь без меры, исцеляет наши сердца. И когда говоришь ему верю, торжествуя поют небеса. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово — в нем спасение твоей души. Так прими же это слово и к Иисусу поспеши. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово — в нем спасение твоей души. Так прими же это слово и к Иисусу поспеши. Возвращайтесь, усталые люди, ныне день благодати настал. Приходите, радость вам будет, прославляйте Иисуса Христа. Среди мертвых Его не ищите, та пещера пустая в саду. В лучезарном сиянии учитель возвещает: я скоро приду. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово — в нем спасение твоей души. Так прими же это слово и к Иисусу поспеши. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово — в нем спасение твоей души. Так прими.
поспеши, поспеши.